Послушайте необычайно важное сообщение. У слоненка сегодня день рождения. Об этом событии знают все. Сороки сказали лисе, лиса сказала кротихе, кротиха зайчихе, зайчиха верблюду, верблюд рассказал везде и повсюду. И это снова дошло до сорок. Что, во-первых, мама печет пирог, что, во-вторых, слоны особый народ и рождение справляют два раза в год. Что слоненку ровно 7,5 лет, что приглашены на обед. Утенок слоненку ближайший друг. Поросенок хрюк, волчонок веселый озорник, верблюжонок первый ученик и, конечно, сурок, музыкант и педагог. Ради него-то и печется пирог. Благодарю вас. Впрочем, сейчас разговаривать некогда. 5 часов без 5 минут звери в гости к слону идут. Слоненку в гости на рождение. Нам готовят угощение. Нас ведет сурок, знаменитый педагог. Он на скрипочке играет, звери песенку поют. Терли, 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 ди-ди. Терли, 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 ди-ди. Ты собрался в гости, не опаздывай, а в гостях плохой характер не показывай. Нас ведет сурок, знаменитый педагог. Он на скрипочке играет, звери песенку поют. Терли, 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 ди-ди. Терли, 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 ди-ди. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие звери! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Проходите, не стойте у двери! Здравствуйте, слониха! Здравствуйте, сурок! Здесь, кажется, есть пирог. Дайте мне немедленно кусок. И нам! Только не сейчас! Погодите, звери, мне стыдно за вас. Какая невоспитанность, какое нетерпение! Помните, вы приглашены на рождение, и слоненка даже не поздравили. Вы, ей-богу, меня покраснеть заставили. Это ужасно, это возмутительно. Но они же дети, им это простительно. Поздравление слоненку сыну и слонихе маме по особой программе. Начнем. Мы слоненка поздравляем и желаем, и желаем, чтоб слоненок был прилежен, не небрежен, не изнежен, и начитан, и воспитан, и не скушен, и послушен, чистоплотен и добротен, не всеяден и не жаден, и не скуп, и не глуп. Желаем счастья и добра, Евгейп, ура! Евгейп, ура! Прекрасно! Прекрасно! Я все это написал без единой помарки. Мама, а где же подарки? На рождение надо приносить подарки. Ну что вы на это скажете? Сейчас будут и подарки. Первый – волчонок. Я принес тебе марки. Они невкусные. Я съел 5 штук и потом всю ночь не мог спать. Спасибо. Теперь
утенок. Вот перышко из моего хвоста. Какая красота! Я немедленно привяжу это перышко к хвосту и буду носить, пока не подрасту. Ты стал похож на утенка, а я очень люблю утят. Веди себя прилично. В гостях друг друга не едят. Поросенок. А я принес калач. Вот он. Прошу. Можно я откушу? Можно я его съем? Нет, ты должен раздать всем. Сейчас раздам. Где же калач? Где же калач? Вот беда. Я такой рассеянный иногда. Вот и сейчас я проглотила его по ошибке. Зачем он съел мой калач? Ладно, слоненок, не плачь. Верблюжонок тебе приготовил сюрприз. Сейчас будет сюрприз. Только сначала отвернись. Заводная механическая игрушка. Пушка! А где же пушка? Вот она! Нет, это просто маленький пистолет. Нет, слоненок, это пушка. Вот ствол, а вот лафет. То, что для всех пушка, для слона пистолет. Лапы вверх. Пиф-паф. Пиф-паф. Сейчас не время для этих забав. Прошу, проходите в слоновую столовую. А вот и пирог. Пирог! Какой красивый! Какой огромный! Наверное, сладкий. Я бы, пожалуй, скушал кусок. А я 2. А я 100 или 200. Погодите, не лезьте. Мы, верблюды, не любим съестного. Честное верблюжачье слово. И поэтому отойдите, волчонок и свинья. Первым пирог попробую я. Нет, я! Погодите, мои молодые друзья, вы так себя ведете в самом деле, как будто никогда пирогов не ели. Давайте сначала поиграем, споем, а угощение будет потом. Слониха, поставьте пирог на окно. Звери, становитесь в круг, нам споет поросенок Хрюк. Зря про нас говорят, что мы грязные. Среди нас поросят есть разные. И глупые, и умные, и тихие, и шумные. Разные бывают поросята. Быть почище один старается, в каждой луже другой купается. Есть чистые, опрятные, а есть неаккуратные. Разные бывают поросята. Поросенком одним восхищаются, поросенком другим возмущаются. Есть славные, примерные, есть жадные и скверные. Разные бывают поросята. Прекрасно, прекрасно! Какие таланты бывают среди поросят! Одну минуточку, там стучат. Приятно, да-да, приятно.
очень приятно. Здравствуйте, уважаемая слониха, почтенный сурок, очаровательный слоненок, прелестный утенок, несравненный верблюжонок, прекрасный волчонок и восхитительный поросенок. Я, кажется, попал на бал. Я, видите ли, хотел сообщить по секрету величайшую новость. Я зайду в другой раз. Ах, кот! Оставайтесь у нас. Оставайтесь у нас. Расскажите нам секрет. Ах, нет. Ей-богу, я слишком занят. Я работаю воспитателем в мышином детском саду. Разрешите, я пойду? Нет, вы наш гость, и вы останетесь у нас. Я зайду в другой раз. Я обижусь, я вас очень прошу. Ну что ж, хотя я и спешу, я остаюсь. О, здесь, кажется, есть пирог. Всему свой срок. Вы, кажется, хотели сообщить нам секрет. Секрет? Нет. Я дал слово, что буду молчать. Но нам вы можете сказать, здесь все свои. Скажите, не томите. Нет. А скажите. Ах, нет. Ну, скажите. Нет. Впрочем, ладно, скажу. Итак, сегодня я прохожу. Где? Прохожу мимо. Чего? Прохожу мимо того, где нет ничего, и вижу того, кто ни на что не похож, и вижу, как он берет нож. Где тут нож? Вот так. Он берет нож, отрезает кусок. Где тут пирог? Вот так. Отрезает кусок. И вот, вот так разевает рот. И вот, куска и нет. Вот, собственно говоря, и весь секрет. Какой же это секрет? Это бред. Это обман. Он, по-моему, пьян. Откровенно говоря, я ничего не поняла. Именно так и обстояли дела. Разрешите, я еще раз покажу. Не смейте прикасаться к ножу. Я, кажется, поняла, в чем дело. Надо, чтобы детвора играла и пела. Коты порой опаснее, чем тигры. Итак, дети, продолжим наши игры. Чья очередь? Моя. Народный танец «Волк у ручья». А мне подыграют слоненок и сурок. Где моя труба? Где мой смычок? Течет пот. Выходи, утенок, твой черед. Я расскажу сказку про кря-кря, крясную шапочку. Это очень красивая сказка, трогательная до слез. Ну вот, понес. Рассказывай. Жила-была, жил-был, а дальше я забыл.
попробуй вспомнить. Вчера прекрасно помнил, а сейчас забыл. Ну, тогда не задерживай нас, расскажешь как-нибудь в другой раз. А ты, верблюжонок, чем порадуешь друзей? Ей-ей, я сегодня не в настроении. У нас, верблюдов, бывают припадки эдгой хандры, когда мы, так сказать, не очень бодры. Но, тем не менее, я прочитаю стихотворение собственного сочинения. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, та елочка верблюдику подарена была. Сперва от этой елочки он отживал вершок, а после скушал елочку по самый корешок. Ну как? А елочку не едят. Как не едят? Мы, верблюды, едим даже кактус. Тактус. Мы едим все и этим горды. И вообще обходимся без еды. Ага. Значит, ты можешь обойтись без пирога. Отдай его мне. Не желаю этого слушать. Чтобы потом не есть, надо сперва покушать. Кстати, пора попробовать пирог. Что вы об этом думаете, уважаемый Сурок? Да. Но где же пирог? Пирог пропал. Может быть, он упал? Где пирог? Тихо, тихо. Я уверена, что это шутка. Пора кончать эту глупую шутку. Кто спрятал пирог? Одну минутку. Я думаю, что дело крайне серьезное. Искать пирог поздно. Его съел волчонок, пока верблюд читал стихотворение. На его морде я видел варенье, но не придал этому значения. Как ты посмел? Зачем ты съел? Честное слово, я пирога не брал. Спросите поросенка, он видал. Я сидел с ним рядом. Правильно, сидел с закрытым ртом. Сейчас я расправлюсь с этим скотом. Успокойтесь, милые детвора. Я сейчас отыщу вора. Слониха, пройдемте на кухню и дайте мне горшок. Пожалуйста, уважаемый Сурок. Какое печальное происшествие. Как это могло случиться? Жаль, что я вынужден удалиться, иначе я об этого молодца. Нет, кот, вы останетесь здесь до конца. Вот звери, перед вами волшебный горшок. Он достаточно широк, чтобы вы туда сунули ваши лапки. Просьба одна – дотронуться до дна. Как только вор притронется ко дну, горшок закричит. Ну, начинай, волчонок. Горшок молчит, виноват не я. Молчит, как копченая свинья. Молчит, как утиный паштет. Молчит, как верблюжий след. Молчит, как слоновый бивень в музее. А ну-ка, кот, подходите скорее. Суйте лапу поглубже в горшок. Нет уж, вы первый. Молчит, как Сурок. Суйте-ка вашу лапу, кот. Поглубже, поглубже. Вот, вот, вот. Горшок молчит, как сметана. Все это очень-очень странно. Ну, кто же все-таки этот плут? Мы выясним все через 5 минут. А ну-ка, звери, покажите ваши лапы. Наши лапы черны, как арапы. Наши лапы почему-то в саже. А вот вам, звери, виновник кражи. Глядите на лапу кота. Она чиста. В этом-то и все дело. Горшок, который я вам принес, никакой не волшебный, а самый обыкновенный. Я сделал с ним только одно. Немного сажи насыпал на дно. Все вы дотронулись до дна, потому что совесть у вас чиста. Все, за исключением кота. Разрешите, я его укушу. А я его хоботом оглушу. А я его клюну. А я на него плюну.
Любовь к шуткам – мое главное свойство. Простите за напрасное беспокойство. Вот ваш пирог. Я спрятал его в мешок и откусил лишь очень маленький кусок. Как вам не стыдно, кот? От пирога остались только крохи. Ну и они неплохи. Кушайте, звери, кушайте ради бога. Кот, уходите с этого порога. Вы старый обманщик и старый плут. Вам нечего делать тут. Пусть узнают все звери, лесные, степные и болотные, какое вы скверное животное. Уходите прочь. Прочь! Прочь! Да, я уйду, но вы мне ответите за оскорбление. Я буду жаловаться в домоуправление. Я мяу, подлец и прохвост. И я пакостил всем многократно, мяу. И каждого зверя мне дернуть за хвост приятно, да-да, приятно. Очень приятно. Ну и мошенник. Как только терпит свет его. Не печальтесь, я завтра испеку вам пирог получше этого. Приходите прямо с утра. А теперь, зверята, пора. Пора по домам. Не волнуйте ваших пап и мам. До свидания, слониха. До свидания, слоненок. До свидания, сурок. До свидания, детвора. Приходите, я очень люблю гостей, если они не шалуны и проказники. Приходите ко мне и в будни, и в праздники. Приходите завтра, прямо с утра. Позовите нас опять, обязательно, обязательно.